Сидеть! Голос! Гау! Здравствуйте, ребята! Голос! Вот это да! Мой Байкал залаял! Голос! Это был не Байкал. Это был я! А, это ты, Жорик? Привет, Лёлик! Здравствуйте, ребята! А я думал, это мой Байкал залаял! Вот, ты его что, обучаешь? Да, я его это, дрессирую! Ничего себе, так ты настоящий кинолог? Да, я настоящий... Кто? Кинолог? Ну, это тот, кто дрессирует собак. Профессия какая? Я кинолог? Да. А что это значит? Ну, это такая профессия дрессировки собак. О-о-о. Да. То есть я ему даю команды сидеть, голод, лежать? Да, да. Я, получается, кинолог, я что, хожу с собакой в кино? Нет, ты ее только дрессируешь. Но для этого еще кинологов обучают этой профессии. То есть ты не сразу становишься кинологом. А-а-а. Да. То есть мне надо выучиться на кинолога? Да, потом уже дрессировать собаки. Жорик, да. Объясняй, пожалуйста. Да. А где работают кинологи? Они работают... В милиции работают. Ого! Да, а еще где? А работают в МЧС. Ого! Да. А еще где? А еще они, вот смотри, специально кинологи дрессируют собак. Их называют, этих собачек, поводыри. Они помогают слепым переходить дорогу, ухаживают. Подожди, а я видел тут один раз в окошко, да. Военный шел с собакой. Что? А это была поисковая группа. Ты знаешь, какую собачек ню? Они могут за несколько километров учуять, например, тебя. Да, правильно, вдруг я потеряюсь где-нибудь. Да. Пусть меня найдет собака Байкал. Да. А рядом с ней будет кинолог. Да. Вот, еще знаешь что? Что? Собачки, они очень-очень хорошие. Представляешь, собаки самые первые стали домашними животными. Да. Это же давно-давно. Скажи, пожалуйста, Жорик, а кинологи только тренируют собак и дрессируют? Ухаживают еще за ними. А, еще ухаживают? Да, стригут, моют. Стригут, чистят, да, моют. Кормят, Байкал! Теперь я буду настоящим кинологом Лёлика. Да. И будешь... И буду работать у вас на планете! Да. Куда пойдешь? В МЧС или в поисковую группу? Я пойду! Я буду здесь искать своим Байкалом свои игрушки, которые... Которые потерял? Да после недели потерял! Байкал, нюх! Смотри! Лёлик, я думаю, что сегодня уже поздно искать. Поздно? Да, игрушки свои потерянные. Давай мы посмотрим мультик, ляжем спать, а завтра ты встанешь утром, покушаешь кашку, накормишь своего Байкала, и потом будете вместе работать в поисковой группе твоих игрушек. Чур, я с Байкалом! Да, хорошо. А я помогу просто, буду ходить за вами тоже. Ты как кинолог будешь меня учить. Круто, я еще буду кинологом, да, учителем! Да. А я тебе завтра за это подарю книжку. Кинологии, где там специально можно почитать, как обучать дрессировки собак. Пошли быстрее спать, так хочу быстрее, чтобы ночка прошла, да, и день наступил, и так хочу книжку про кинологию. Давай. Так, Байкал, ты смотришь? Туда смотри. Туда не смотри, туда смотри. Тише. Байкал, охраняй мой сон. Конечно.